хочу уже. Арсений, иди сюда. Посмотри. Подожди, стоп. Магазин одежды недавно открылся. Поселок Яблоновский, Адыгея. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, магазин одежды. Как же быстро горит. Всего 10 минут прошло после того, как появился дым над зданием. Первая пожарка подъехала минут через 5, но была без воды. Покрутилась, повертелась и отъехала в сторону.
А вот и вторая пожарка едет. Будем надеяться, что она будет с водой. Но здание-то уже почти сгорело. Единственное, остается поливать соседнее здание, чтоб не загорелось. Вот загорелось и второе здание. Еще одна пожарка едет. Ого, рвануло! Похоже, газ взорвался. Вот и второе здание загорелось, а пожарники у первой машины никак не могут свой шланг раскинуть. Ну, наконец-то, начали тушить. Вот так у нас пожарная служба работает. Здание уже сгорело, приходится спасать уже второе здание.
Хоть затушили второе здание, которое начало уже гореть. Прошло всего 20 минут с начала пожара, а здание уже догорает. Вот какие современные, дешевые, горючие стройматериалы используют при строительстве. Что здание, огромное здание двухэтажное, сгорело за 20 минут. Это взрывы доносятся из горящего здания. Это здание уже тушить бесполезно. Заливают водой соседнее здание, чтобы не сгорело. Thank you.